Коллиматор – это устройство для получения пучков параллельных лучей света или ионизирующего излучения. Простейший коллиматор состоит из объектива или вогнутого зеркала, в фокусе которого помещен освещенный предмет. Довольно часто под таким предметом подразумевается небольшое отверстие, либо узкая щель постоянной или регулируемой ширины. Относительное расположение отверстия и линзы фиксируется закреплением их в корпусе, обычно трубчатой формы. Изнутри стенки корпуса зачерняют для того, чтобы лучи, направление которых не совпадает с требуемым, поглощались. Следует отметить, что параллельность пучка является приближенной, так как лучи, выпущенные одной из точкой предмета, не могут быть изначально параллельными. Применяются коллиматоры в астрономии для выверки больших измерительных инструментов, спектральных приборов для получения пучков света, направляемых в анализирующую систему в разнообразных измерительных и выверочных системах. Однако наибольшую известность приобрели коллиматорные прицелы, позволяющие производить прицеливание двумя глазами одновременно, что позволяет не только вести прицельный огонь, но и одновременно видеть поле действия и выбирать цель.